Всем привет! Меня зовут Оксимирон. Я приглашаю вас на спонтанно организованный концерт «Солидарности», который мы проведем в этот понедельник в Москве в главклубе. Концерт называется просто и понятно «Я буду петь свою музыку». Это строчка рэпера Хаски, который в данный момент отбывает 12 суток ареста в Краснодаре. В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали. Это беспредел. Если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь. Поэтому вся прибыль с концерта пойдет ему. Я не друг Хаски, я не разделяю большое количество взглядов и действий, но несмотря на это, а может быть именно поэтому, я считаю необходимым помочь ему в этой трудной ситуации. Я очень рад, что Баста и Нойз видят это так же и присоединились ко мне. Это не столько и не только про Хаски, сколько про всех нас и про будущее музыки в России. Приходите. Перископ, майки, .орг, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.